Слушаю тебя. Что могу? Если не нашел, чего искал, извиняй. Решил улучшить.
Найдешь какие детали для апгрейда? Подтаскивай, помозгуем. Thank you.
Косу, это Валерия. Уже два дня ждем, но где вас носит? Ситуация фиговенько складывается. Валериан, я понимаю, но ничего поделать не могу. Без новых стволов бандиты отказываются работать. Я попробую с ними договориться, но похоже, тебе лично придется этим заняться. Держи меня в курсе, если что. Василий, помнишь, ты мне стволами обещал помочь? Валериан, так я ж не против. Ты одной учки. С меня потом военные спросят, дескать. Зачем оружие сталкерам продавал? Вася, ну ты сам подумай. Если дело выгорит, нас хватит силёнок, чтобы дать по шее любому, кто поднимет руку на нашего брата. Добро, Валерьян. Жди завтра человека, он тебе доставит все, что у меня сейчас есть. Отлично, спасибо. Будем ждать. Мужик, ты оружие-то спрячь. Ну, привет! Ах!
Кладем их всех! Кладем их всех! Бей, ублюдок! Плохо! Ты заглядывай, тут весело бывает. Есть что-то стоящее? Хорошо. Но будет еще, заходи.
Трое, кому мамка не говорила, что красть плохо. Поучить надо бы. Эй, ты! Ты не думай, ты от нас еще не ушел! Внимание! Тебе лимонку. Выручайте кто-нибудь, а? Вот так и загнешься. Не за хвост собачий. Получи, гад! Ты урод!
Пошла же! Стоять! Если достанешь ствол, пристрелю. Ну, и что дальше? Стой спокойно, брат. Больно не будет. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Стоять! Если достанешь... Уж я до тебя доберу...
Слушаю тебя. Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Что могу предложить? Слушай, все вопросы к главному. Заходи попозже. Решил улучшить что? Чем к тому времени. Чего заскучали, мужики? Молодец. Если что еще понадобится, заходи. Привет, брат. Слушаю тебя.
Привет, брат. Кругом сплошная. Ой, голова моя, голова. Добраться. Ой, голова моя, голова. Не выходит. Добраться. Не выходит. Нет. Ой, голова моя. Прям голова. Тебе. Думаю, не так ты прост, как кажешься. Не учиться ничему. Не учиться, блин, не так.